центральном стадионе Одинцово прошел финальный этап Кубка по футболу при поддержке окружного отделения офицеров России и единороссов. Детские команды нашего округа, а также из Владимира, Иваново и Твери сразились за звание лучшей в своей возрастной категории. Это спортсмены, которые вообще не знают, что такое вредная привычка, а занимаются только обучением, спортом, делом. Это будущее России. И мы болеем за всех ребят, независимо от того, кто победит в турнире. Всем удачи, всем победы. Дождь и слякоть – не помеха истинным любителям футбола. Финальные наставления тренера и заветный свисток. Матч начался. Пас, перепас, снова и снова игроки проверяют готовность голкиперов. Всеобщее волнение нарастает. Участники турнира сосредоточены на победе. Болельщики скандируют в поддержку своих команд. По итогу матчей лучшие команды наградили дипломами, кубками и медалями от организаторов турнира. Помимо напутствия и пожелания дальнейших успехов в спорте, в адрес участников прозвучали авторские стихи от Владимира Яшина. Футбол играют взрослые и дети, а зритель жаждет, ждет красивый гол. Нет ни одной такой игры на свете, чем наш отчаянный, любимейший футбол. Елена Краева, Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».